безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график, но обычно раз в неделю. Вот это тот самый случай. Но безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили. Должны быть достигнуты цели специальной военной операции. Российская Федерация